всегда и о вас с тревожным сердцем. Как вы тут без меня будете, а? Привет, Лёнь. Хочу тебя обнять. Я на Чернобыльской атомной электростанции складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Реактор находится в подкритическом состоянии. Если достаточная часть топлива попадет прямо в воду, произойдет новый выброс радиоактивных частиц. Он накроет и Киев, и Москву, и Европу. Поэтому воду необходимо откачать. Там затоплено все горячей водой. А вы когда-нибудь погружаетесь в кипяток? Про критические температуры знаем. Высокая температура в замкнутом пространстве – это не то же самое, что бассейн с чистой водой. Инженеры в такому не готовят. На исполнителей предусмотрены премии. Все под контролем генерального секретаря. Погружаться к задвижке. Это же билет в один конец. Мы людьми рисковать не имеем права. А теми людьми, которые сейчас в Киеве к Первому маю готовятся, мы имеем право рисковать. Вдох. 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 Валера, из чего эта хреновина рванула? Из людей. А каких именно людей? Да какая разница? Chernobyl is the first major Russian feature film about the aftermath of the explosion at the Chernobyl nuclear power station, when hundreds of people sacrificed their lives to clean up the site of the catastrophe and to successfully prevent an even bigger disaster that could have turned a large part of the European continent into an uninhabitable exclusion zone.